Ренки. Нам направо. Через 9 километров дорога выходит к реке и новому металлическому мосту через часовую. Справа справа по другую сторону реки примерно 500 метров. Их плохо видно. Вот мы ехали, доехали до дороги, размытой ручьем. Здесь мы не проедем. Сейчас будем искать объезд. Обидно. Сейчас все снимем. Я там только Тройникова знаю. Нет таких станций, да? Но это современная, наверное, трасса, где по названию. Обпидорашенная скала, ни одного кустика. Кочёный почти. Проверка, проверка, у тебя самая простая трасса, не столько кайфа.